И хай-хай, с вами Никитосик. Сегодня продолжаем, короче, проходить Данлайт. Про него я не забыл. Да-да, а вы что думали? Так, что у нас там по карте, по карте, по карте, карта, карта, карта. Покамись мы всю безопасную зону захватили. Надо поговорить с ВГМ. У нас осталось две хаты захватить. Это что такое? Доска заказов, ладно, хрен с ней, так. Нам две зоны всего лишь захватить и все забить. Мы город весь, получается, исследовали. Ну да, почти весь. Блин, а он довольно маленький, кстати, получается. Ну давайте, погнали. Блин, так мне так нравится второй Данлайт. Я смотрю вот видос Куплинова, блин, мне он прям пипец нравится. Не знаю, что ему не заходит. Мне прям он очень заходит. Но он, зараза, пипец дорогущий. В этом вся проблема. Тарари-ра-ра-рам. Что у меня там? Так, ладно. Я разучился уже паркурить. Чё, кто? Где? Ты? Уйди, уйди. Фу, плохая тетя. Плохая тетя, плохая тетя. Тетя очень плохая. Так, давайте заберемся, 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 заберемся. Уи, вот сюда. И что там у нас? Нам надо с ВГМ. А, нам нужен на контейнер все-таки. Ну ладно. Так, алло, 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 алло. Набираем номер ВГМ. Это Крейн. Говори. Еще одно поручение Раисы, теперь уже грязная работенка. Он отправил меня вымогать взятки у мелких, так. Делай, что он велит, и держись поближе к нему. Помни, что стоит на кон... что стоит на кону. Конец связи. Почему все становятся белым, когда он разговаривает с ВГМ? Так, у нас 8 уровень, так. Задание. Подземная парковка. А, это повторяемые задания, так, ладно. Карта. Так, давайте метку вот сюда поставим. Это что у нас? Точка назначения. У меня только повторяемые задания есть вроде бы. Так, ладно. 128 метров. Все, зашибись четко. Ху-туч. Во, прикольно. Ту-ру-ру-ру-рум, пу-рум-пум-пум. Так, это у нас торговец, если я не ошибаюсь. Вау, 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 полегче, 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 молодое дарование. Карим, долго же ты. Делай дело и поскорее, это только первый пункт. Убедить Джафара. Ладно, я понял. Снова понял. Через крышу? Да ну его нахрен, а в чем прикол? Либо я тупой, либо чё. Не, серьезно, а в чем прикол? Не, я не понял, реально, в чем прикол? Почему все заперто? На крышу входа нету. Тут фу, блин. Ты Джафар? А кто спрашивает? Это не важно, важно, что меня прислал Раис, и что ты должен ему денег. Я тебя никогда раньше не видел. Как по мне, ты не пойми кто, отвали.
Как насчет того, что я сломаю тебе обе ноги и притащу краицу волоком, и он сам объяснит тебе, что такое добровольное сотрудничество? Ладно, боже, ладно, теперь верну. Только у Раиса такие подонки. Я не подонок. Вот твои деньги, держи. Не мои. Если я приду еще раз, я буду очень любезен. Будь как дома. Все такое, только не бей меня, ладно? О, здесь торгаш есть. Что у него есть? Давайте это соберем. Все так. Крим, это я только... Что я грозился сломать ноги так? И как сработало? Следующим пунктом идешь в рыбацкий поселок. Иди на восток, там вход в туннеле. Обычно этих ребят ждут нас там. Тю-рю-рю-рю-рю-тю-рю. Ой, опять этот громила. Здесь ничего нету, в принципе. Крейн, как дела, дружище? Ту-ру-ту-ту-ту. Слушай, друг, время на исходе, анестезин кончается, мне неприятно признавать. Я делаю, что могу, Брекен. Я знаю, так, понимаю, просто помни, что стоит на кону. Я тоже носитель, ты не забывай, поверь. Орай, ладно, надеюсь, что ты скоро вернешься в башню. Так, 128 метров. 128 метров. Ой, ваншотнул. Бля, ну зомби ваншотить поприкольнее будет. Ща у нас у тоннеля нас ждут. Прикольно, понимаю. Так. Закроем. Нас ждут обычно у тоннеля. А, я вспомнил, что сейчас будет. Сюрприз, мотафака. Бич. Ля, ну это танк. Фу, блин. Карим, тут дрянь, которую я раньше не видел. Большой, раздутый мутант. А, их зовем бомбардирами. Наши ребята их используют, чтобы уничтожить мутантов. Встретил такого, и он прихватил с собой все ради 3 метров. Шутишь? Соблюдай дистанцию, и тем... Не было его там, только... Хреново туча зомби, так, ого. Так, ладно. Серьезно? Да твою ж душу. Вот, зашибись. Садовый серп. Нужно фонарик врубить. Нужно врубить фонарик. Фонари врубаем. Подрубаем фонари. Так, я смысл... Надо вот здесь все подсобирать. Такие обычные, блин, смысла не вижу открывать. Я там фиолетовые редки какие-нибудь буду открывать, но никак не обычные. Так, здесь у нас все закрыто, да? Туда я зашел. Ну ладно, пойдемте туда. 200 метров. Так и же пишем, чувака размазало трубой. Так, а что, где выход? Я ж не тупой. Или мне что нужно, типа, обратно было сейчас выйти? Ну, судя по всему, вот сюда мне. Так, вот так делаем. Так, чертежи. Вот. Отмычки. Окей. Окей, говорю.
отмычки. Все, окей, 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 ушки, окей. Чертежи, метательная оружие, полезные вещи, все, вот. Императрица. А где этот мачете? Вот она, мачете корик. Алкоголя. Че? Кто взорвался? А что произошло? Я о чем-то не в курсе. Good luck, тут-то. Понятно. Они ж там не перелезут, да, я думаю? Так, что я туплю? У меня где-то вот здесь был. Так, ладно, я, видимо, замки разучился взламывать. Во, зашибись. О, вот это я понимаю дело. Так, как там разобрать? Я разобрать. Короткий ножик всякий, вот это вот все. Хрень нужно нам поразбирать. Вот полицейскую дубинку не стоило разбирать. Немецкий пистолет. Вы не можете создать новый предмет? Да ладно. Так, 173-200. Пойдемте на безопасную зону. Лучше сперва безопасную зону откроем. Так, вода, круговорот воды в природе. Так, что там у нас? Так, почему они нас будут нападать? Не, ну чисто, пацаны, по факту. Мы же сейчас на Раиса работаем, мы союзники. Успокойся. Тихо. Это еще было. И что, он типа сбежать решил? А в чем прикол-то? Я не понял. Так, патрульному удалось уйти, и что дальше? И что, и кому не похрен? А, понятно, здесь я типа шкаф должен задвинуть. Почему сюда, допустим, обычные бегуны не могут залезть? Ай! Как я не люблю такие звуки. Так, карта. Давайте сюда сгоняем тоже сразу. Так, и так. Дела для Раиса. Раиска, пиписька, уи. Так, здесь у нас что-нибудь есть? Не знаю, почему-то поставить, что здесь что-то ценное у нас будет. Но, видимо, ни хрена ничего ценного не будет. Зато у нас скоро будет 15 уровень силы. Это, в принципе, неплохо. Так, до нашей 120 метров. Так, там куда-то. Это Джейн, если вы ищете, еще не нашли убежище, делайте это сейчас. Уже почти ночь, вы очень рискуете так. Так, устал пацан, дышаться ему нужно. А где здесь убежище-то? Выше, ну зацепись же ты. И не хочет цепляться, ну пипец. Там зацепится.
Ой, бай, сколько зомби. А как я хочу этот навык использовать? Альт. Альт. Ладно. И так тоже можно. Так, тебе. Тебе и тебе. А, все, понял, что это точка. Точка для включения питания, подачи электричества. Все, плюс еще одна безопасная зона. Все, зашибись четко. Что это такое? А, это вот список заказов. Ладно, думал, сюда можно зайти, опять какое-то задание будет, так. В принципе, давайте вот карта. Мы что мы сделаем? Мы вот сюда поставим точку, побежим туда. Так, уже стемнело. Почему мне еще очки X2 не дают? Я требую очки X2. Потому что сейчас будет темно, сейчас будет страшно, сейчас будет весело. Я считаю, что нужно бегать ночью. Наступает ночь. Ночью получаемые очки удваиваются, ну и ясен красен. Да еб, тыгадык, не ори, дура. Охренеть, сколько их здесь, однако. Ой, здесь ультрафиолет. Ой, к нам забрался тут купец. Там что за метка у нас? Что за создание, мне интересно. Или было спрятаться, или что? Твою мать! Не пугай! У меня чуть сердце не остановилось. Сука, еще как заорет по духу. Так, этот мудослон четверик, я не пойму. Мы их прям так чувствуем? Вот мы на набережной. Нахрена нам в тюрьму? Ладно, давайте пока мы задание выполним, потом сюда вернемся после задания. Посмотрим, что за тюрьма такой. Может, что полезного будет. Может, что интересного будет. Видимо, тоже какой-то дополнительный контент. Тюрьма, тюряшенька, тюряшка. Okay, Kareem, I'm outside the village, but there's a whole horde of infected in there. So, clear them out. We get paid. Да ёб ты гадык, ты гадык. Уйди! Да не туда уйди, а туда уйди, в другое место уйди. Ёб ты гадык, сюда. А что, ночь заканчивается? Все что ли? Сразу, блядь, 400. Ой, ты, блядь.
Ты вообще охренел? Здесь зона ультрафиолетовая. Алло. Алло, я не понял, здесь же ультрафиолетовая зона. Ты что, мудозвон, себе позволяешь? Так, нам нужна аптечка. Блять. Ладно. Что этот мудозвон себе позволил? Так, мне вас в любом случае нужно грохнуть, да? О, плюс 1000 аж это. За такую свинку, как 1000 дает. Ты что, прыгаешь? Хера он, однако, прыгнул, пацаны. Это ни хера не смешно было. Ой, уйди. Свали нахрен. Тихо. Раз на раз. Что? Какой же ты козел несчастный. Еще одного погасили. Так, мне нужно еще аптечку сделать. Окей. Окей. Все, всех поклал, да? Вали нахрен, пока я тебя не поклал. И тебя я поклал. О, плюс 5000 очков выживаемости. Алкоголь. Ловкость плюс 184. Так. У нас что по навыкам? Мы вроде бы силу прокачали. Это что такое? Дважды коснитесь ПКМ, чтобы прицелиться, и затем нажмите ЛКМ. А, ну все, нормально, покупаем навык. Вот здесь он, по-моему. Тук-тук-тук. Эй, там есть кто-нибудь? Не так громко, а то эти твари услышат. Я их убил, но вам лучше укрепить ворота. Ты их убил? Прямо всех? Меня послал Раис. Ты Гюрсер. О, ты работаешь на Раиса, так и знал. Иначе было бы слишком хорошо. Хватит с нас, больше ничего брать. Айла, прошу, дай мне с ним поговорить. Ты не имеешь права так себя вести, Фрикин. Надавить на тебя зад. Ради бога, слушай. Мне проблем не надо, но мы уже заплатили за этот за месяц. У нас больше ничего нет. Это вообще не колышет. Раис ждет оплаты. Так что либо плати, либо тебе крыша и твоей жене. Не смей так с нами. Врежь ему, Френ. Айла, хватит уже, ладно? Вот. Все, что есть. Настоящий мужик бы ему врезал. На этом расстаемся. Кажется, у тебя проблема. Че? У него легендарный предмет какой-то лежит. Так, ладно, чертежи. Так, карта. По карте. О. Задание. О, еще и новые зоны появляются. Новые хаты. Карим, я забрал деньги у Гюрсера. Чувствую себя отвратительно, но деньги у меня. Это пройдет, ничего страшного. Осталось всего один долг. Был, пока его военные что-то не пустили по дну. Там собрался десятки людей. Понял.
У нас еще, как обычно, силы кончаются. Уту мать твою, как мне. Ай! Что это было? Что мне так хп сняло? А чё это было? Алло! Я не понял, что за хрень, конечно, сейчас произошла, но да ладно. Чё это? Я ж... Так, ладно, с этим. Давай с тобой поговорим. Есть версия, как мутанты. Версия? Я точно знаю, как они попали. Этот кретин в маске срезал засов. О ком ты говоришь? Его называют человек в противобогазе. Он живет снаружи. У него мозги на бекрень, поэтому он постоянно наносит противобогаз, будто его это защитит. Ты уверен, что это он? Один из охранников видел, как он срезал засов и убежал. Надо что-то делать с этим типом. Ну, давайте возьмем задание. Все, зашибись. Это любовь и ни капли алкоголя. Так, я не понимаю это немножко. Эту местность. И как мне подняться на мост? Подскажите, пожалуйста. Так, ладно. Ладно, допустим, это не тот мост даже, который нам нужен. Мост, который нам нужен, вот здесь вот. И уже светает, судя по всему. Да, уже светает. Так, а что у меня там? Нормально. Так, ракеты, факелы, все забрали. 190 метров до ЛБЗшки. Так, ночной выживший. Не замечен. 700 очков всего лишь дали. Почему так мало? Так, The Falling, ребята, проходить будем или нет? Так, эту херню лучше не тратить. Как вы думаете, мы будем проходить The Falling по вашему желанию или нет? Если да, то да, если нет, то нет. Все, так, найдите человека с поехавшей кукушкой, так. Тут говно надо разобрать. Это тоже разобрать. Вот это тоже разобрать. Так, чертежи, что мы можем сделать? Констебль. Мачету мы не можем сделать. Дубинка, ночной налетчик. Меч. Лоус. Мне ножи не нравятся вообще. Мне не нравится. О, адский зверь. Че это? Больше не придется жертвовать скоростью ради мощи. Этот самодельный дробовик. Мне кажется, это рано такие хорошие предметы так. Я хочу какую-нибудь катану скрафтить. Меч ночи. Ладно, давайте этот констебль сделаем. Констебль. Все, у нас есть что теперь? Все у нас есть. Так, найти человека в противогазе и поговорить с ним. Ну ясен красен, когда бы здесь дверь была открыта. Вот ни капли не удивлен. А, вот как надо. Стой, где стоишь. Шкуру. Не принимает гостей. Если Шакур не любит гостей, Шакур не следовало взять. Что? О чем ты говоришь? Это был не Шакур, это был человек в противогазе. Это ты человек в противогазе. Я с ума сошел, с чего ты взял? Потому что на тебе противогаз.
Тебя обманули, друг мой. Тот предатель лишь притворился мной. Сделай так, что ты теперь сердишься на Шакура. Но Шакур знает, кто это сделал. Шакур видел его без маски. Ты говоришь, что ты притворился тобой? Я смотрел за ним из-за скалы. Он не видел Шакура, но Шакур все видел. Тогда Шакур лучше сказать, кто это был. Нет, это моя информация слишком ценная. Если хочешь знать, что знает Шакур, придется кое-что ему помочь. Тогда расскажу. Шакур, мы тут не торгуемся. Конечно нет, Шакур говорит, что делать, ты делаешь. Слушай Шакура. И чего Шакур хочет? Шакуру, тут рядом озеро. Моя сумка с сокровищами выпала за борт и утонула. Ты должен поплыть туда, как рыба, и принести ее. Иди быстро. Так, тут что-нибудь можно найти? Ладно. Покойно. Найти еще сумку с сокровищами. Его можно было бы грохнуть и все, и не париться. А мы еще искать ему будем. Ну да хрен с ним. Так, мы будем искать, что поделать. О! Так, убили брызги. Хорошо, что нет подводных зомби. А весло. Сумка. Сумка с сокровищами, вот. Принести сумку человеку в противогазе. Так, ладно, принести, доставьте набор помощи ЧС. У меня этих наборов помощи пока до хрена и больше. Да ёб тыгадык, тыгадык. Поплавали, блин, как рыбка. Какой он, блин, козел, заставил нас поплавать. Вот твоя сумка, что сам не мог ее выкинуть. Шакур плавать не умеет. Нет, сначала сумка, потом я скажу, кто притворялся Шакуром. Хорошо. Давай, Шакур, говори, кого ты видел. Сначала самозванец вышел из деревни, очень тихий, прямо шпион. Потом надел противогаз. Потом он добрался к воротам, но уже очень шумно, чтобы охранник увидел, срезал засов и убежал. Ты узнал его? Он какой-то странный, не такой, как Шакур. Ты знаешь, кто это? Конечно, это один из рыбаков, только оделся, как Шакур. Я проверю. Кстати, Шакур, а что было в сумке? Воздух, чистый воздух. Теперь я могу дышать. No, I can breathe again. Ладно, ебанулся пацан в крайне, да хуй с ним. О, безопасную зону, вот видите, добавилось нам. Вот так дела и делаются. Сперва помогающему, а потом он помогает нам, дает безопасную зону. Чем больше безопасных зон, в принципе, тем лучше, что там. А вот он насилует опять. Ну давайте поможем пацанам. Все? Помог я вам? Thank you, мой друг. Thank you. Так, ладно. Бля, как он, сука, горящий и не сгорает дотла? Почему? А главное, зачем? Да кто взорвался опять там?
ё-моё. Вот, кстати, бежим. Мы пилигримы. Так, давайте 80 метров. Так, все, зашибись четко. Добежали. Задание дополнительное выполнили. К окошко перепрыгнули. У скольких людей есть ключ от ворот? Только у Тома, Груса и Мусы. Спасибо. Да, в смысле спасибо? Я что, сам должен теперь искать? Есть лодка, судя по всему. Так, обыскать дом. Чертеж. Нормально. Не его, а наш. Мы коммунисты. Угу. Так, первый этаж. А, вот теперь, по-моему, можно подняться на второй этаж и забрать эту записку. Где эта записка? А, вот она, записулька. Так, ай. А, вроде бы, да, вот записка номер 9. Так. Грюльс, это последнее предупреждение. Никаких отговорок не принимаются с Тахиром. Они не прокатят. И со мной тоже. И не говори мне, что ничего не выходит. Позаботься о том, чтобы вышло. Ты здесь главный. Это твоя работа. Рыбаки не хотят платить дань. Ты шутишь? Вправь мозги своим людям. Грюльс, у вас маленькая деревня. Она вся выгорит дотла за считанные часы. Но говори, что люди считают, что им не нужна наша защита. Они разве не понимают? Только мы можем защитить их от нас самих. Так что поверь мне на слово. Им очень нужна защита. Тахир не вникает в подобные так, тонкости. Он считает, что дураков надо учить. Сделай что-нибудь. Все что угодно. Но вразуми своих людей. И побыстрее, Карим. Ту-ру-ту-ту. Против. А, понял. Это что у нас? А, вот он. Чем могу помочь, Крейн? Ты испортил ворота, Грюсер. Ты впустил мутанта в деревню. Я? Это был тот дебил в маске, охранник. Но кто-то другой видел тебя. Кто же? А вот я нашел в твоем доме маску. Ну да, а что мне оставалось? Деревня не хотела платить Раису за защиту. У Раиса кончилось терпение, он же поэтому тебя сюда послал. И ты поставил под удар своих жителей. Мне нужно было их убедить, что им нужна охрана Раиса. И ведь получилось же. Муса хочет пристрелить человека в противогазе. А это плохо? Отговори его. А не то придется всем рассказать, что ты впустил в деревню. Так хорошо, я поговорю с Мусом и охранником. Так, теперь надо поговорить с Мусой. Человек в противогазе больше вас не беспокоит. Ты его пристрелил? Не было необходимости. Как? А его фокус? Что бы ты ни думал, убивать людей все равно нехорошо. Если ты так не считаешь, то у нас с тобой будут проблемы. Нет проблем, мистер. Я разозлился, но никогда не убивал. Спасибо, что поговорил с ним. Все, зашибись четко. Собери дань у последнего. Так, все. Так. Соберите дань у фармы первой. Баба идет с мозгом на груди. Во, какое красивое движение. Как мы перемахнули, а? Зашибись. Четко. А, вот здесь вот дам дозвон. Все. Меня такие бесят. Корчит у себя тут самых умных. Ой ты, бля. А здесь что у нас?
Лежать. Я думал, здесь что-то ценное будет, а здесь просто домик. Просто халупа. Так, 52 метра. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Так, что там у нас? Вход в безопасную зону. Так, ладно, вот с ним поговорить надо. Я задание для Раиса. Опять? Мы же только что оплатили чертовы кровососы. Не пеняй на гонца. Я делаю свою работу, как и все. Да ну, и мы тоже. Раис обещал нам защиту, но пока он только теряет с нас деньги. Нет никакой защиты, одни угрозы. Ты с другим пришел? Слушай, я хочу закончить с этим поскорее. Что надо сделать? Можешь рассказать тебе, как быстро все сгорит? Господь милосердие, вы просто твари. В этой сумке все мои деньги. Собирай и проваливай. Если это имеет значение, мне не нравится то, что я делаю. Я бы лучше вам помогал. И все же ты это делаешь, верно? С одной стороны верно, с другой нет. Окей, Карим, я забрал деньги. Пора нам, первый это почти так. Нас таких много, так. Отличная работа, сейчас пойду пробухаю все деньги Раиса. Будет нормально все, зашибись. Что там по записи времени? По время записи уже 41 минута пролетела. Нихера себе, время летит. Так, что я сделал? Констебль. Так, окей. Нил, я Нил Флэн из журнала «Международные дела». Я о вас слышал. Правда? Как вы тут оказались? В первые дни карантина это было несложно, а потом, когда главный назначил Сулейман, сразу стало понятно, к чему, и вы решили остаться. Честно сказать, я решил выбраться отсюда, хотя не представляю куда. Мне уже приходилось бывать в закрытых городах, но там всегда найдешь кого-то подкупить. Я не смогу вывести вас из Харана. Думаю, никто не сможет. Конечно, нет, но я документировал события в городе с самого первого дня. Взял интервью у сотен, ну, в общем, людей, которые больше не люди. Сулейман придется ответить за многое. Мир должен узнать, что здесь происходит. И, слушай, я просто в отчаянии. Я потерял свои записки, все дела. Я завенчал в интернет-кафе, но туда ворвался толпа зомби. Сам-то я спасся. Никто меня не вышел, а в сумке все записки? Большая часть. За мой погнались, пришлось спрятать камеру и машину. Слушай, я знаю, что прошу много. Даже если я найду записки, мне все равно отсюда не выбраться. Если я не верну записки, у меня не будет причины выбираться отсюда. То кафе расположено в плохом районе, я постараюсь, но ничего не обещаю. Ну, давайте, пойдемте. Хрен или нет? Ух, аж полкилометра отсюда. Так, у тебя мы все купили. Ты нам ничего интересного не продать не можешь. Были с них люди с винтовками стоят. Нахрена им охрана Раиса? Все, лети. Лети, моя принцесска, лети. Бум. А нас больше здесь нету. Крейн, как слышно? Что такое? Кто-то отбросился на 80-й. Мы пытаемся держать ситуацию под контролем. Но... К черту! Так. Реваться, Крейн, так. Я обещал 2 ящика Брейкина. Целых 2. Клянусь, я делаю все, что могу. Ты, боже, ты поспеши, прошу. Я просто выполняю дополнительные квесты. В принципе, это, блин, ну никак же не влияет дополнительные квесты. Тоже все по-скриптовому, все по-скриптовому, они дохнут, блин. Ладно, в принципе, это можно было их спасти, но их же нельзя спасти. Так что на меня гнать не надо, то, что вот ты выполняешь квест, из-за этого у тебя там орёт кто-то. Орёт, рожает, кошка уходит на запад. Господи, какая гора. По горам я уже шастать начал. Ай.
так понимаю, они допрыгнут отсюда? Кто-нибудь, спасите меня, кто-нибудь, кто-нибудь! Слышит меня вообще кто-нибудь? Все, не ной. Черт, я ж думал, мне хана. Так, все, до свидания. Я пойду туда. У меня еще не новый навык все-таки. Да, как это кафе далеко. Кстати, что там у нас по карте? Где эта новая безопасная зона? Она у нас вот здесь. Вот, вот она. Все, я понял. Это нам будет туда сгонять. Пиздец. Ой, я думал, мне хана. Еще и открыть можно было машину. Это было бы весело. А я отвечаю, это было бы весело. Вот она, в 40 метрах. Интернет-кафешка. Это я уже рядом с кафе. Есть кое-что так. Не бери там латте. У них всегда молоко. Чё? Очень интересная, очень полезная информация, конечно, была. Так, что, впервые нужно не сверху заходить, а как нормальному человеку снизу? Вы еще скажите, что дверь будет открыта. Да твою душу, как они меня побили-то, а? А, вот здесь окошко открыто. А, нет, оно закрыто. Так, ладно, меня обманули. Так, отсюда я не могу зайти. Так. По идее, я должен был успеть. В моих планах было успеть так. Ты что? Ты что так пугаешь? Блять! Зашибись четко. О, фигурка. Фигурка зомби. Фу, блин. О, записка. Записка 22. Так, давайте. И F. Так, это у нас просто так. Вот она, записка 22. Так. Ты знаешь, что реакция журналиста тебя поддерживает всегда так. И никто не говорит, что ты не знаешь, что делаешь. Во многих горячих точках не был единственный, кто знал, что делал. Но тут другой случай. Харан не очередное местечко, где всем заправляет очередной сумасшедший, насколько мы знаем. А мы знаем немного. Харанский вирус сейчас полностью вышел из-под контроля. Появление этой болезни настолько ужасно, что решили обнести город стеной. И передать власть в руки какого-то вроде Сулеймана. Имеет мысль. Так, в любом случае, мы не можем провести тебя в город по нашим каналам. Мы даже не пытались туда проникнуть, но знаем, что будет, если вдруг попытаемся. Нас схватят через минуту. За нами слежка, за тобой, скорее всего, тоже. Поэтому будь осторожен с тем, как передавать информацию и кому-то. И последнее, если ты всегда же сумеешь проникнуть в Харан, выбраться будет немного труднее. Город изолирован. Так, удачи, дружище. Ты смелый парень, но в данном случае все решает. Удачи, Крис. Найти сумку. Так, второго этажа нету. А, ну вот сумка. Я забрал сумку, теперь камера. Боже, ты просто волшебник. Камера в багажнике черной машины. На... Позор на мосту. Это не то, что мне хотелось.
Я пилигрим. Реально, вот это вот задача, это же есть пилигрима. Тебе готовят принести это. Зачем тебе то, когда есть это? Наверное, мы все-таки эту задачу закончим, этот квест. И закончим на этом ролик. Я сейчас быстро сгоняю, я же мастер паркура. Так, сюда. Сюда. Видите, как я паркурю охеренно? Тихо. Не выебывайся. Блин, вот эти вот паркуры вообще нереально пройти. Так, мне нужно, понимаю, так понимаю, неправильно, я не понимаю, я не... Да что ты застрял-то, а? Взял, вот стрял как овощ. Ладно, сюда мы не можем. Я понял. Ну что ж ты застреваешь-то, а? Так, я что-то запутался. Я заблудился. Почему нельзя было сперва за камерой сходить? Кто это там скулит? Что такое? Так, ладно. Эй, open up in there. Эй, откройте. Тут кто? Я Крейн из башни. Слышал женские крики. А, да, это моя жена. Она это рожает. Сейчас я могу чем-нибудь помочь? Мне нужен спирт для дезинфекции. Прошу, помоги мне. Спирт хам. Че, у меня же есть спирт. Эй, я принес спирт. Спасибо. Не очень приятно. А что больше не нашлось? Это ведь не хватит. Я бы сам сбегал. Не могу жену оставить одну. Я попробую добыть еще. Так херо ты. Это Крейн, я еще принес. Ты пришел? Круто. А то ведь он улетает. Все что ли? Нужно еще немного. Чуточку. У вас там микробы, так с этой страшной чумой чистить приходится все, что пятнышко. Нужен еще спирт. На самом деле заражение происходит через укус. Что он наебывает, да? Что, серьезно, один алкоголь уже нужно? Домашние роды, блин. Эй, принес, у вас там все в порядке? Еще достал? Да, вот. Класс, бывай. Че найти? Я мог бы, конечно, но что-то тут не то. Так, что? Взломать, да? Кирилли бухают здесь. Нехорошие люди.
Вот нельзя быть таким, так, это что у нас так? Увеличить, так, научить свою трубу, чтобы скрывать свою присутствие от мутантов, так, торговля. Это так, необходимо научиться использовать электронные ограды, так. Давайте вот это используем. Я не знаю, для чего они, но все-таки пригодятся эти электрические награды. Пухают они, блядь. Как я сюда зашел, вот как зашел, точно. Днюха у них там. А он еще трезвый, да? Он трезвый козел. Вот сучонок бухал. И главное, еще не смутились, когда я зашел все-таки. Тоже интересная такая вещь. Так, на мост. Констебль. Надо починить. Может, починишь его, да? Тихо, у меня волына. Тихо, 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 тихо. А как там надо было его правильно делать-то? Он тоже, видимо, за грузом дошел. Thank you, my friend. Thank you, my friends. Ладно, пойдемте. Так, найдите камеру Флоера. Да ёб тыгадык, тыгадык, свали нахрен, а. Ты тоже. Так, бежим, 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 бежим. Так, черная машина. Оп, тыгадык. Черная машина. Фу, блядь. Вот она. Да ты, может, откроешь ее? Не-не-не, черт, что случилось? Зашибись. Нормально, 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 нормально. Ой, нормально, нормально, нормально. Охереть, сколько заданий. Что так много заданий появляется стало? Так, ладно. Что-то случилось? Этот гад Гарун выгнал из деревни мою сестру. Так, я снимаю так жилено, чтобы найти свою мать. Так, Ясмин вчера вернулась, но Аида и Джасмин остались где-то там. Прошу, отыщи мою сестру и племянника и верни их домой. Я сделаю все, что смогу, где дочка так. В моем доме прячется от Гаруна, боится, что он ее тоже выгонит. Я поговорю с Гаруном. Так, Е принять. Так, пока мисс, давай... Она недалеко как раз таки упала, вот зашибись четко. Мы и вернуться сможем. Это задание мы тоже выполним. У нас, кто смотрю, столько заданий дополнительных появилось. Прям куда бы деться. Скулы болят, вот машина какая-то. Разве мокрая камера будет работать?
Вот разве она будет работать мокрой? Вот объясните, если камера упала в воду, полежала под водой, в сумке, причем насквозь мокрая сейчас должна быть. И же все пиздец. Записки вот сейчас тоже должно быть. За то, что ты нырял с сумкой, должно быть прям в жопу мокрые. И как он так машину припарковал-то, а? Он вот чем-то наебывает нас. Мне кажется, он... А, он вот по запискам вот. Записку мы читали вот там... Ой, ё-моё, сейчас я скажу, выяснить правильно. И в записке говорилось. Мне кажется, он в интернет-кафе был уже после всего этого. Ладно, хрен с ним. Наша задача просто помочь ему. Все, дадим это. И закончим на этом выпуск. You did it. У тебя получилось, даже не знаю, как тебя благодарить, как тебя зовут, о тебе узнает весь мир. Это не важно, как меня зовут, потому что все равно не выбраться, никто из города не выйдет. Но тогда зачем ты мне помог, зачем рисковал жизнью? Я подумал, надо дать вам шанс доказать, что я ошибался. Удачи, Фэн. Да, спасибо тебе, тоже удачи. Ю-чу. Так, а, у тебя еще награду надо взять, да? Так, идите что по заказам. Ну ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. А попробуй пока мне угадать в комментариях, какой будет следующий ролик. Данлайт или Elden Ring. Всем огромное спасибо. Всем пока. Here we go!